Биошок толком не играл, максимум первую немного. Я вообще, ни разу не играла. На контенте, вы гляньте, как выделил. Четко. Вот он контент, он нас ждет. Он нас ждет, мы уже идем к контенту. Уже идем, подождите, уже идем. Второй в эпизод. Второй в эпизод выходит скоро. Второй раз получаем смерть. Твою! Фак, согласен, бро, фак. Так, все хорошо. Мы готовы к хоррорам, да. Спокойно. Твою ж мать! Кто? Спасибо, Денис. И спасибо за водичку, енотик. Привет. Самый отъявленный мазохист играть в шутер. Да, от первого лица. На геймпаде, естественно. Конечно же, на клавиатуре, что вы думаете, я буду играть? Конечно, я буду играть на геймпаде. Типа, это для пусик всякие эти ваши клавиатуры. А мы же настоящие бруталы. Играем на геймпаде, я еще зря татушками забивалась, что ли. Вот. Иди сюда, вот сюда. Хова! Сука, еще так пукнули там! Я за самурая в доспехах, но он, к сожалению, все. Я за секира. Ой, здорово, мужик, пока. Он ну, остановить кровотечение — мысль здравая. Твою ж на... Не добавить кровотечение, а остановить его. Так, ну вот это самый добрый. Он нас просто оттолкнул. А, вот этот парень нашел свой способ остановить у нас кровотечение. Клин клином. То есть, ну, определенно, после того, как мы умерли, кровотечение у нас через какое-то время остановится. Что делаем? Нет, не бьем, уходим. Я ухожу. Ты меня, говорит, только подожди, чтобы я тобой прикрылся. Меня, говорит, подожди! Я в 4 дула просто отчекрыжили. Джаз, ты тут? Ах, повешенная девочка. Очаровательно. Долбаные скримеры. Шепард, я же знаю, что ты не умеешь танцевать. В смысле не умею? Вы видели мои движения? А вот она, значит, вот так вот умеет танцевать, да? А где мужик? Все, ворчушка. Вот он наш, наше ворчливое чудо. Вот она, наша красота рыжая. Да, очарование наше. Че у тебя во рту? Это что за дрянь такая? Погоди. Че ты где нашел? Че это было? Он это выплюнул? Я на камере видел у него во рту, что-то мелькнуло. Как будто шкурка от семечки или что-то подобное. Ну ты какой засранец. Всякую дрянь в рот тянет. С собаками это жуткая вещь. Постоянно всякую дрянь тянут в рот. Не знаю, эта игра называется «Умри, если сможешь». А ты сможешь. Ну, хуже уже не будет. И бац-бац-бац-бац-бац. Умри, бац-бац-бац-бац-бац. Это что, бежим. Это чекпоинт? Бежим! А, уже бежим. Что за звук такой страшный? Не знаю. Бежим. На шифтах, бежим. Бегим. Звуки страшные, бегим, бегим, время бегим. Каких-то страшных вещей. Мне кажется, он, наверное, лестницу набрил. Да. Взрослые состоятельные люди. Этот детский сад мы уже переросли 10 раз. О, простите. Подглядывать за человеком в туалете неправильно.
Нет, Юлечка, подожди, ты должна ко мне подойти. Прижмись ко мне. Что делать? Ну прижмись ко мне. Я уже на тебе. Я уже в тебе. Ой-ой-ой. Тихо-тихо, подожди, ты смотри, чтобы это Илья не услышал. Это другой сайт. 21 числа. Среда. В 21.00 по Москве пройдет развлекательное шоу «Стример Неглухой». Наши дорогие участницы – Рин Стахич, Зула Буба, Миана Мэй и Катарина Йори. У нас пройдет женский выпуск. Это будет весело. Ждем каждого на стриме у Фруни Шоу.